Дорогие друзья и гости моего канала, здравствуйте! Сегодня вас знакомлю с ирисами, с несколькими сортами ирисов, которые растут у меня в саду. Название этого ириса переводится как «подиум королевы». Это очень красивый цветок. Высота цветоноса 86 сантиметров. Гофрированный, яркий. Желтый такой цвет с голубой окраской. Смотрится, конечно, необыкновенно красиво. Цветет долго, устойчив к непогоде и солнцу. Срок цветения у него средний. Год селекции 2011. Старалась снимать его каждый день практически. Необычный цветок, желтый, солнечный, в общем, очень понравился. Ванила фраппе. Ирис высотой 89 сантиметров. Считается среднепоздний. Такой нежный и красивый, такие бледно-лавандовые у него лепесточки. С ярко-мандариновой бородкой, которые заканчиваются темно-лавандовым роком. Название этого ириса переводится как «доброе утро солнца». Год селекции у него 2014, высота цветоноса 84 сантиметра, срок цветения среднепоздний. Этот куст необыкновенной красоты, солнечный такой, яркий, гофрированный, эффектный, цветок вообще необыкновенный, создающий такое солнечное, праздничное настроение. Этот ирис растет с чубушником, в соседстве с чубушником. Он его закрывает от солнца, и он находится половину дня на солнце, а половину дня в тени. И это отражается очень хорошо на его цветении. Цветок бывает всегда яркий, такой солнечный, красивый. Цветет он всего второй раз, но второй раз цветет очень эффектно. Настолько красивый и солнечный, его видно даже издалека. Этот ирис называется Джипси Джина. Очень эффектный ирис, контрастный. Марокканская магия. Так переводится название этого ириса. Высота его 91 сантиметр. Такого он среднего срока цветения. Цветок с широкими гофрированными бархатистыми стандартами и горизонтальными фолами. Очень контрастный ирис. Это тоже он. Снимала видео просто рано утром. Цвет был совершенно другой, но настолько красивый, бархатистый. Не любила вообще никогда ирисы, а это очень понравился цветок. Здесь вот в кадр уже другой немножко попал ирис.
А этот ирис просто снимала его. Каждый новый цветок снимала с таким воодушевлением, радостью. Казалось, что каждый цветок не похож на предыдущий. Вывел его Блуд в 2004 году. Действительно магия. Смотришь на него, и этот цветок просто завораживает взгляд. Настолько бархатистые листочки. Очень красивый.